Морозная погода не помешала собраться на танцполе Самарского дворца ветеранов ценителям музыки и танцев. Нина Салманова, его постоянный посетитель, состоит в любительском театре и старается не пропускать культурно-массовые активности, которые здесь проводятся. Это помогает не заскучать на пенсии, признается Нина Федоровна. Заряжаешься энергией. Улыбки. Люди все такие позитивные. И в основном, конечно, сюда ходят люди, которые танцевали, наверное, всегда с молодости и продолжают танцевать. Они уже не могут остановиться. По словам директора Дворца ветеранов Ольги Барановой, танцевальные вечера – обязательная часть программы мероприятий Дворца. Тематика и сценарий всегда разные. Неизменными остаются настроение и атмосфера на танцполе. В рамках этих концертно-танцевальных программ мы предлагаем разные варианты времяпровождения, досуга времяпровождения. То есть есть возможность послушать, потому что на наших программах участвуют и певцы, и вокально-инструментальные ансамбли, муниципальный духовой оркестр. Есть варианты, когда под шлягеры советской эстрады, современные шлягеры, наши участники, наши ветераны танцуют. Причем делают это всегда энергично, красиво, бодро. Дискотеки для гостей серебряного возраста в Самарском дворце ветеранов проходят каждую среду. Галина Топилина, Николай Сидоров. События.